все грехи на себя. Наши грехи все взял на себя. И... Песню хотели спеть о вере. В жизни река бежит, вечность она ведет. Смерть не смогла стереть Иисуса жертву и Голгофский крест. Величие Его, краса и вдохновение сегодня не прошло, своим дает прощение. Мы с именем Иисуса вечно будем жить, и милости Его всегда мы будем помнить. Победил Он смерть, будем вечно петь Иисуса жертву и Голгофский крест. Победил Он смерть, будем вечно петь Иисуса жертву и Голгофский крест. Неси сквозь жизнь вперед, цени святое время. Он нам победу каждый день всегда дает. Простер свою нам руку сладкого общения. С ним жизнь не пройдет, в небесах нас ждет. Где слезы Он своей рукой отрет. С Ним жизнь не пройдет, в небесах нас ждет. Где слезы Он своей рукой отрет. Друзья, как можно принять Спасителя в нашу жизнь? Это можно сделать легко и просто. Встать на колени, помолиться. Сказать Богу все, что у нас есть, и призвать Его в нашу жизнь. Читать Слово Божье, молиться, рассуждать над Ним. И я хотел бы такой вопрос задать, и чтобы каждый ответил сам себе лично. Наша жизнь закончится. Рано или поздно она закончится на земле, да? И где мы будем проводить вечность? Мы будем проводить вечность с Богом или будем проводить вечность в аду? Да поможет нам Господь сделать правильный выбор. Мы сейчас помолимся за вас. И разве молитвы? Помолимся. Отец Небесный, мы тебя сердечно благодарим.